Ровно в 5 часов президент Горбачев позвонил президенту Джорджу Бушу в Кэмп-Дэвид, в Мэриленде. В это время там было 10 часов рождественского утра. И мы получили исключительное право снять их беседу. Алло. Да, Джордж, дорогой, приветствую. Я вот хочу начать сначала с приятного и поздравить вас с Рождеством и Барбару, всю семью. Я даже думал, когда же мне лучше выступать, во вторник или в среду. И с учетом вот этого я решил, что сегодня в конце дня. Горбачев сообщил Бушу, что он делает все возможное, чтобы воспрепятствовать дезинтеграции на территории бывшего Советского Союза. И затем в сцене, похожей на голливудские боевики, президент Советского Союза в последний раз обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки проблемы ядерного оружия и контроля над ним новой страны России. Я сейчас, вот у меня на столе лежит указ президента СССР. В связи с моей отставкой, говорит Горбачев, я также ухожу с поста Верховного Главнокомандующего и передаю контроль над ядерным оружием президенту Российской Федерации. Ты можешь спокойно провести рождественский вечер. Таким образом, я довожу процесс до его завершения в конституционных рамках, и все остается и будет оставаться под очень строгим контролем. Этот указ войдет в силу, как только я объявлю об отставке. Преемственность будет обеспечена. Можете быть спокойны в этот рождественский вечер. Президент Горбачев говорил без бумажки более 15 минут. Он говорил, что основная ответственность за политические и экономические реформы на территории бывшего Советского Союза ляжет на Россию, и он просил ее поддержать. Спасибо. До свидания. Кэмп-Дэвиде. Прекрасный разговор. Не будет преувеличением сказать, что эта программа просто не могла бы появиться без активной помощи Гостелерадио. Гостелерадиокомпания обеспечила нам такой доступ к событиям и выдающимся людям, какого не знала американская журналистика. И мы выражаем коллегам нашу глубочайшую благодарность. Всесоюзное телевидение тоже переходит теперь под контроль России, и, вероятно, эта передача является одним из последних эпизодов американо-советского сотрудничества. Тед Кобл из Москвы для Гостелерадио и ABC News. Спокойной ночи.